На островное государство Фиджи в Тихом океане обрушился тропический ураган Уинстон, пятый наивысшей категории мощности. Скорость ветра достигала 325 километров в час. Это рекорд за все время наблюдений за ураганами в Южном полушарии. Масштаб разрушений пока не ясен. Известно как минимум о 5 погибших. Многие районы обесточены. Часть автодорог подтоплена. Школы закрыты, международный аэропорт не работает. На Фиджи введен режим чрезвычайного положения.